Здравствуйте, в эфире новости «Наш день», в студии Николай Дончак и коротко о главных темах выпуска. Эффективная площадка для налаживания контактов. Сахалинская делегация приняла участие в ярмарке зарубежных инвестиций в Китае. Мы предлагаем китайским инвесторам вложиться в наши угольные разработки. Как дельтаплан в Южно-Сахалинске часть кровли спланировала на электропровода и оставила без света несколько жилых домов. Самые внимательные и привлекательные в областной стоматологической поликлинике соревнуются врачи-гигиенисты. Каждый пациент как конкурс, да. К каждому нужно относиться так же, как будто кто-то смотрит за тобой. Победа была близка. Сахалинские волейболистки сразились на домашнем поле с титулованной «Уралочкой». Лучше всех играет Николай Васильевич, который «Карполь», который возглавляет «Уралочку». Сахалинская делегация приняла участие в ярмарке зарубежных инвестиций в Китае. В течение 2 дней в Пекине обсуждали перспективные проекты в различных сферах. Наша область предложила бизнесу из Поднебесной сотрудничество в добыче и переработке энергоносителей, водных биологических ресурсов, сельском хозяйстве и туризме. Ярмарку зарубежных инвестиций в Китае называют эффективной площадкой для общения и установки контактов. На Дальнем Востоке бизнес из Поднебесной сейчас задействован в реализации почти 30 проектов. Из перспективных инфраструктурных блоков – это строительство транспортных коридоров и даже освоение Северного морского пути. Кроме того, в Пекине одобрена идея о создании центра поддержки китайского бизнеса на Дальнем Востоке. Есть своя специфика, необходимость донесения именно на китайском языке тех возможностей инвестирования и ведения бизнеса, которые мы создаем на российском Дальнем Востоке. Поэтому действительно такое предложение было сегодня внесено о создании совместной платформы привлечения китайских инвесторов в территории опережающего развития и свободные порты на нашем Дальнем Востоке. Как отметил заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев, это сотрудничество может иметь перспективное значение. Ситуация в мире сегодня характеризуется экономическим кризисом. На фоне разрушения международных институтов на первый план выходят именно двусторонние экономические связи. Страны ищут новые точки роста, новые коридоры развития, и в рамках этого двусторонние связи, не отягощенные, не обремененные дополнительными сложностями международных отношений, могут иметь перспективное значение. Что касается Сахалинской области, то она уже имеет опыт сотрудничества с китайскими инвесторами. Регион экспортирует углеводороды на общую сумму 702 миллиона долларов. Кроме того, иностранный бизнес участвует в разработке проекта «Сахалин-3» совместно с Роснефтью. На вывоз в Поднебесную идет более 200 тысяч тонн черного золота. Сегодня власти предлагают вложиться партнерам и в угольные разработки, а также строительство на острове заводов по переработке рыбопродукции. Порядка 230 тысяч тонн на сумму там более 200 миллионов долларов мы экспортируем продукции в КНР. Это продукция, скажем, такого полуобработанного вида, вот, без глубокой переработки. Поэтому думаю, что необходимо переходить на то, чтобы она все-таки была с добавленной стоимостью, с тем, чтобы переработка была на Сахалинском берегу. На международном форуме не обошли вниманием и туристическую привлекательность Сахалина. В ближайшее время область посетит делегация из северных провинций Китая, чтобы посмотреть маршруты – рыбалка, горнолыжный спорт, пейзажи. В планах на будущее открыть между регионами воздушный коридор. Спецборт МЧС доставит 13-летнего сахалинца из Вьетнама в Москву. Вопрос находится на контроле губернатора области. В пятницу самолет уже приземлился в Сайгоне. Бригада опытных врачей готовит мальчика к транспортировке. Напомню, во время заграничной туристической поездки с родителями у юного жителя Невельска внезапно развилось сложное заболевание легких. В середине сентября он поочередно проходил курс лечения в 3 вьетнамских клиниках. К концу прошлого месяца состояние подростка улучшилось, и его выписали. И сказали через неделю подойти на осмотр. В зависимости от результата осмотра они бы дали заключение, можно нам лететь чартером или нет. Через неделю мы появились на осмотр, нам сделали контрольный снимок, а там то же самое опять. Немец Виктор Дмитриевич нас консультировал. Именно он отговорил нас от операции, потому что вьетнамцы хотели провести операцию с почти полным удалением правого легкого. Он сказал ни в коем случае на это не соглашаться, так как второе легкое тоже поражено. И если, не дай бог, там процесс этот начнется там же, ребенок просто погиб. В детскую клинику Сайгона сахалинца госпитализировали в начале октября. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние оценивается как тяжелое. В Москве мальчика доставят в российскую детскую клиническую больницу.
На Сахалине вступает в силу запрет на продажу алкоголя после 22 часов. Напомню, 22 сентября депутаты Сахалинской областной думы единогласно проголосовали за сокращение времени торговли спиртным. Согласно федеральному закону, региональные власти имеют право устанавливать свое время продажи горячительных напитков. Пользуясь этой возможностью, островные парламентарии ввели запрет на реализацию спиртного с 22 часов до 8 утра. Закон вступает в силу уже в эту субботу, 22 октября. Может ли торт быть полезным? Оказывается, может. В субботу на телеканале АСТБ в эфир выйдет специальный репортаж моей коллеги Кристины Орлушиной о начинающем предпринимателе из Южно-Сахалинска. Совсем молодая девушка начала свое дело в необычной сфере. Она создает авторские сладости без муки, масла и сахара. Как ты вот готовишь каждый раз свое рабочее место? Что здесь у тебя есть и что нужно для того, чтобы готовить все эти вкусности? Ну, получается, обязательно перчаточки, шапку, чтобы волосы у нас не падали, и фартук. Затем, получается, у меня такая вот пленочка большая. Я ее закрепляю. Сюда непосредственно будут выкладываться сами конфеты. В основе всех этих ингредиентов, кроме творожного, есть овсяные хлопья. То есть я их мелко перемалываю, они практически как мука получаются. И затем уже добавляю сухофрукты, которые перед этим замачиваются обязательно. Они становятся более нежные, более мягкие. Затем это все измельчается. Также в субботу смотрите свежий выпуск программы «Все свое» с Ириной Остапенко. На этот раз она проведет для зрителей экскурсию по одному из крупнейших на Дальнем Востоке тепличных комплексов. Более 500 саженцев клена, рябины, березы украсят территорию детских садов областного центра. Деревья активисты высаживают в рамках проекта «Цветущий сад». В нем участвует 37 детских садов. Идея принадлежит детсадовской семейно-спортивной лиге. На первом этапе организаторы вместе с детьми и их родителями делали цветочные клумбы. Во-первых, это потому что наше родное. Во-вторых, это хорошо у нас приживается и растет. В-третьих, это красиво и безопасно для детей. Летом получилось прекрасно с цветами. И какие композиции из цветочных материалов делали коллективы садиков с мамами и папами здесь воруют. Ну, это феноменально. Поэтому мы решили продолжить осенью, в октябре месяце, по деревьям. С саженцами детским садам помогло Министерство лесного и охотничьего хозяйства. Первый конкурс профессионального мастерства для стоматологов-гигиенистов проходит на Сахалине. Специалистов оценивает директор программы профилактики Стоматологической ассоциации России Олесь Шевченко. С собой из Москвы он привез уникальную разработку ученых – прибор, который позволяет выявить раковые заболевания. Открывайте. Каждый рабочий день вот уже 16 лет для Оксаны Кмита, врача-гигиениста, начинается с одной и той же просьбы к пациенту. Вот только впервые гигиенические процедуры женщина выполняет под пристальным наблюдением. В областной стоматологической поликлинике проходит конкурс профессионального мастерства. Участвуют двое врачей из частных клиник и двое из областной поликлиники. Среди критериев оценки – умение общаться с пациентом, выявление факторов риска и создание индивидуальной программы профилактики. По 10 раз, всем щеточным полем. Какой пациент у нас с тобой? Да, улучшить. Первый раз лучше зубы чистить. У нас каждый день как конкурс. Каждый пациент как конкурс. Да. К каждому нужно относиться так же, как будто кто-то смотрит за тобой, как наблюдает жюри. Это действительно классные специалисты, потому что мы профессиональную гигиену уже проводим много лет. И я знаю, что наши пациенты очень любят наших гигиенистов стоматологических. Они дают знания о стоматологическом здоровье. Они делают полость рта абсолютно чистой и красивой. Специальность гигиенист стоматологический в России появилась в 2001 году, в то время как в Америке врачи этого направления работают уже 100 лет. Их число превышает количество врачей-стоматологов. А в Финляндии у детей в 12 лет кариеса и вовсе нет. В России сейчас из 10 детей в возрасте 12 лет 7 больны кариесом. В 15 лет их 8. В Южно-Сахалинске ситуация такая же. Заболеваемость кариесом высокая. Олеся Шевченко, директор программы профилактики Стоматологической ассоциации России, особо похвалил сахалинских коллег за то, что они сохранили в школах стоматологические кабинеты. Из 166 школ в 40 работают стоматологи. Однако, считает, специалистов должно быть больше. На данный период времени на Сахалине работает 11 гигиенистов. И задача для выполнения задачи государственной программы профилактики стоматологических заболеваний, нам необходимо
организовать подготовку гигиенистов в колледже, в медицинском колледже Сахалина. Нам необходимо организовать рабочие места для таких специалистов. На Сахалин из Москвы Олеся Шевченко привез разработку Российской академии наук. В рамках программы импортозамещения ученые создали аппарат для аутофлюоресцентной стоматоскопии. Стоит в 10 раз дешевле зарубежного аналога. На вид обычный фонарик, но это лишь для обывателя. Для медицины настоящий помощник. Нормальная слизистая светится зеленым светом, а слизистая, на которой есть какое-либо заболевание, она либо красная, либо если это рак, или онкология, она вообще не светится, то есть темное пятно. И вот сейчас уже в Тульской области, в Челябинской области вот такой прибор применяют, и это очень хорошо работает, позволяет сохранить здоровье очень многим людям. Оборудованием заинтересовались сахалинские коллеги. В скором времени оно появится в руках гигиенистов областной стоматологической поликлиники. Что касается итогов конкурса профмастерства, их подведут в субботу на симпозиуме стоматологов. Наш эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». В Тымовском сотрудники транспортной полиции изъяли почти 4,5 килограмма растительного наркотика. Все это было обнаружено во время обыска в доме 36-летнего мужчины. Он объяснил оперативникам, что наркотики хранил для личного употребления. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Тымовчанину за такой объем дурман травы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. На улице Фабричной сорванная ветром часть кровли оставила без света несколько домов. Как сообщили очевидцы, это произошло ранним утром. Порыв ветра сорвал лист, и тот спланировал сразу на несколько линий электропередач. Произошло короткое замыкание. Устранили неполадку сотрудники Сахалинэнерго ближе к обеду. Светофор на Т-образном перекрестке Лермонтова и 1905 года заработал в новом режиме. Ранее он функционировал как пешеходный светофор с вызывным устройством. Теперь же его работа установлена в обычном транспортном режиме. Сегодня бригада дорожников завершила его настройку. Водители просят быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения на данном участке. Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего Ивана Александровича Селиверстова. 19-летний студент, третьекурсник СГУ, ушел из дома в селе Озерском Корсаковского района 13 октября в 7 часу утра. И с тех пор о его судьбе ничего не известно. Приметы: рост 85 сантиметров, плотного телосложения, глаза серые, волосы русые. Особая примета: носит бороду. Был одет черная спортивная кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Все, кто видел пропавшего или знает, где он находится в данный момент, просят сообщить по телефону 780-700. Правила поведения и безопасности в школьном автобусе на практике накануне напомнили и проверили сотрудники Южно-Сахалинской госавтоинспекции. На этот раз в роли ассистентов и практикантов выступили учащиеся 6-й школы. А местом проведения специальной акции стала их автобусная остановка. Сотрудники ГИБДД рассказали детям основные требования безопасности во время перевозки юных пассажиров, о необходимости использования ремней безопасности в автобусе и объяснили, почему во время поездки необходимо соблюдать дисциплину и указания сопровождающего. Попутно автоинспекторы проверили наличие в школьном автобусе предупреждающих знаков «Дети», огнетушители и аптечек. Как оказалось, все необходимые меры безопасности в этих автобусах соблюдены. Подобные профилактические мероприятия ожидают и остальные школы, имеющие спецавтобусы. О русских традициях в Корейском культурном центре в Южно-Сахалинске стартовал первый областной фестиваль «Так бывало в старину». Его участники реконструируют древние славянские обряды. Рождение ребенка, особенно первенца, на Руси сопровождалось обрядовыми ритуалами. Чтобы дитя и мать были здоровыми, повитуха и домочадцы строго следовали им. В каждой русской семье первый год, прожитый младенцем, считался самым важным. Обычай дарить на первый зубок серебряную ложку сохранился до наших дней. Каждый человек, который живет в России, должен осознавать свою принадлежность к тому народу, к которому он принадлежит. И, конечно, знание своих традиций, праздников, материнского фольклора, каких-то колыбельных, каких-то хороводов – это то, что делает нас единым народом. Фестиваль русских народных обрядов «Так бывало в старину» в области проводится впервые. Сотрудники Центра народного творчества решили призвать коллективы в районах представить не только известные народные праздники, но и почти забытые.
То, что сейчас идет возрождение этих праздников, для руководителей творческих коллективов необходимо знать обрядовую систему, из чего она выстраивается, как она правильно выстраивается. То есть прикоснуться к тем истокам русской народной культуры, которая нам досталась от предков. Наша земля могучей природой славилась, кругом тайга была глухая. Фольклорный ансамбль из села Первомайского самый многочисленный. В одном коллективе сразу три поколения. Представленные на суд жюри рождественские и крещенские колядки, жители Смирнуховского села исполняют не только на сцене клуба, но и в своих домах. Устраивают праздничные чаепития с песнями и плясками. Там нет никакой связи. Интернет очень редко появляется. Поэтому наши дети и занимаются традиционной народной культурой. Представляете, приходят девушки и парни. Вот это все действо. Им же еще хочется, это своего рода игра, танец. Им хочется обняться, прижаться, пообщаться. В первом фестивале приняло участие 7 коллективов из городов Холмск, Макаров, Александров-Сахалинский, Южно-Сахалинск и сел Первомайское, Костромское, Чехов. Организаторы уверены, что участников второго фестиваля русских народных обрядов будет намного больше. После приема мяча сахалинские волейболистки продолжают серию домашних матчей в рамках Суперлиги. Это встреча с уралочкой НДМК, клубом из Свердловской области, самым титулованным в России. Первый сет поначалу наши уступает, играет с разрывом в 1-2 очка, позже вырывается вперед. Но уралочка буквально наступает на пятки. В результате 27-25. Это партия за Сахалином. Однако уже во втором сете «Уралочка» показала настоящий характер, уходя в отрыв более чем на 10 очков. Не спасает ситуацию и возгласы болельщиков. Соберитесь. Позже главный тренер сахалинской команды прокомментирует ситуацию просто. Это женский волейбол. Со счетом 12-25 вторая партия была завершена. Лучше всех играет Николай Васильевич, который «Карполь», который возглавляет «Уралочку». Великолепный тренер. С учетом его возраста он привез неплохую команду. А наши, как всегда, отступают, чего-то не хватает. Соперники попадаются в этом сезоне очень сильные, но мы знаем, что Сахалин вперед. Только Сахалин, только победа, по-другому не будет. Всегда хожу, болею, не пропускаю ни одной игры, очень все нравится. Девчонкам держаться, молодцы, так держать. Третий сет сахалинские волейболистки, похоже, действительно собрались, заставляя соперника изрядно поволноваться. Но все же невооруженным взглядом видно, наши в приеме мяча проигрывают. Сказывается отсутствие Александры Пасынковой, вокруг которой строилась игра. На встрече с «Динамо» она получила серьезную травму, и в ближайшие полгода ее не будет на площадке. Пока «Уралочка» снова берет верх 23-25. Мотивация очень хорошая. Конечно, печально, что были проигрыши, но это только разодаривает нас. И мы настроены только на лучшее, побеждать, показывать каждый матч только лучший результат. Так и настраивались на очень тяжелый матч, но с учетом еще климатизации, видимо, и разных часовых поясов, очень тяжело играть, потому что как бы не было состояния, как говорится, как космос. Только в четвертом сете трибуны вновь ликовали. Сахалинки раскрутили соперниц на пятую партию со счетом 25-17. Но «Уралочка» не сдала позиции и, пользуясь ошибками противника, вырвала победу. По итогам битвы наши заработали свое первое очко в Суперлиге. Класс, прям очень приятно играть при таких трибунах. Неважно, что ты гость или хозяин, как бы очень хороший, поддержка, публика хорошая, зал прекрасный. Единственное, что могу сказать в нашем, может быть, оправдании, то, что мы летели, действительно тяжело дается перелет, не очень просто. Вот я сам по себе вижу, то, что я ночью ворочался, не спал. Есть нюанс перелета, все-таки сложно лететь. Не дожали, потому что на данный момент нет у нас ротации состава, вы видели. Второй диагональный игрок у нас болеет, один основной доигровщик у нас тоже сломался, сами знаете. Но одно могу сказать точно. Девочки молодцы, поверили в себя, что нам не хватало первые две игры. И показали достойный волейбол. Мастерство есть над чем работать, но побеждает вера в себя. Следующий матч «Сахалин» проведет 29 октября с красноярским «Енисеем». На этом у меня все. В студии работал Николай Денчак. До свидания.